На этот, на машины с арены. А, ну я пока в арене не участвую. Ну, они просто сами по себе прикольные, я себе одну купил. Да я, да, я видел там такое именно, на Mad Max похоже. Да. Я это, купил все-таки этот клуб. Ну, то есть у меня сейчас денег практически нет. Я купил машину, это у меня тоже денег нет. А, кстати, там есть типа такой мотоцикл. Мотоцикл, который летает, есть DeLorean, ну, из «Назад в будущее». Но, что лучше? Мотоцикл. Что-то мотоцикл. Ну, машина вроде дороже, она и по земле ездит, я так понял, и взлетает. Или там мотоцикл управляемость. Тоже. Управляемость плохая или что? Ну, она дороже. Во всем мотоцикл лучше. Хорошо, понял. Тебе приглашение пришло? Нет, я что-то затупил и сразу в этот в онлайн. Еще пришел. Раз надо? Нет, или нет, подождать? Не надо. Да, подождать, я сейчас зайду сначала. Ты уже делал эти миссии по ночному клубу? Да. У меня есть ночной клуб, он не особо приносит. Да. Ну там как эти листовки, то же самое, что и с грузами, то есть надо будет отстреливаться или просто возить? Не всегда. Там есть листовки, по-моему, летать надо будет. Ты на самолете летаешь и это в нужных местах сбрасываешь эти листовки. Блин, это надо ж... Ну там самолет дают же, правильно? Да. А, фух, самолета нет. Его тюнинговать можно. Потому что в этом, в открытых сессиях тебя будут преследовать. А. Ну у нас, по идее, сейчас получится закрытая сессия. Нас, правда, в прошлый раз вообще никто не преследовал ни разу. Ну, потому что в прошлый раз у нас была пустая сессия. Ну там какие-то игроки ж вроде были. Ну, или... так это когда мало игроков, они всегда все мирные. Когда много, тогда начинается кипиш. Ну да, они колотят бандой и начинают прижимать честных игроков. Сейчас, скорее всего, в сингл скинь. И у меня тоже загрузка очень долго шла, я думал, что уже не... Сейчас я... Don't hang up! This is Brucey. Ну, вертолет у меня, оказывается, есть. Так, может, пока поеду, машину продам. Каждый раз, как захожу, продаю машину. Ну, хотя бы там 1400, чтобы заработать. А у тебя ночь сейчас? День. Будет ночь, напомни мне, я типа покажу этот легкий способ машин фармить. Только там единственная проблема, что этот, как его... Полиция? Нет, КД в продаже 20 минут. Разве в 20? Я слышал, что 48. Не знаю, было 20 когда-то. Ну 48, потому что я там постоянно тусю возле... Ну, возле ларька этого с машиной. Я даже таймер ставил. Ты знаешь, что здесь есть еще, по-моему, ультраредкая машина, которая тоже так же спаунится, и она, по-моему, лям стоит, но ее лучше вообще не продавать, это этот золотой Гелендваген. Блин, я его раньше возле кастомса видел, но его сейчас нет. А там именно это, как сказать, он именно редкий тем, что, как сказать, у него колесо сзади, он золотой, и у него колесо сзади, это, по-моему, единственное, у кого колесо сзади. Ну, я за 4,8 продал. Да, ну возле кастомса в сингле всегда стояло. Так, а подожди, ты в менюшку типа не заходишь? Может, ты просто закроешь из меню? Так ты закрой игру и зайди в меню, и там тебе приглашение еще раз. Так, по-моему, быстрее будет. Пока что деньги перекину. Ну, я буду копить на эту, на...
на летающую, потому что я смотрю, там все, все миссии вот эти по разводке на нем выполняют, да, в Ютубе. Да, они очень легко делают. Раньше, когда она, их не она, было, я это... Он лучше в управляемости, чем вертолет, походу. Ну, как обычная, да, машина, да, только вообще, это имбалансные вещи. Да. А у еще... меня есть, я могу тебе показать. Ну, а там вдвоем можно садиться? На мотоцикл нет, но я могу тебе дать просто доступ, сам полетаешь. А, то я накоплю, куплю его как-то. Долорес, я тоже, мне хватало денег недавно ее, чтобы купить, но я подумал, что у меня уже есть. Зачем, да, два? Ну, хотя, может, ты фанат, это «Назад в будущее». Ну, вообще прикольно, но все равно. Ее нам намного легче сбить, чем мотоцикл. Мотоцикл маленький, а там быстрее, эти... а это такое... И анимация, типа, ну, открывание дверей, вот это есть там, да, такое? Да, да, да. О, вроде это классно. Это есть. Так, ты присоединился, да? Ну, я подключаюсь к тебе, но я еще не это. Ты еще не тут. Не играю. Пока что машину поищу. Или на вертолете будем. У меня вертолет, оказывается, есть. Подожди, как там вызывается? М. Транспорт. ВТ надо, да? Блин, воздушный транспорт запросить, да? А у меня чего-то неактивное. Ты не знаешь, почему так? Это ты, по-моему, сначала шефом должен стать, чтобы рядом с тобой исполнить их. А, все, понял. А как это сделать? Это... Да блин, почему не дает зайти-то? Сейчас я полностью закрою. Написала, а что ты вышел. Это... Да, такой я присоединялся, у меня вырвался. Этот, там нужно... М? Ну это надо подождать, когда ты зайдешь. До этого ж не появится там мишка. Ты есть? Я не знаю, что. А где ты там последний раз был, чтоб я к тебе подъехал? Ну, приблизительно. Возле арены. Да, если б я знал, где арена. Арена это возле казино? Не-не-не, это ниже казино, там есть 4 розовые этих точки такие. Ну, у тебя есть, а у меня нет. А, все, вижу. Ну, ты что, это совсем не там, где казино. Ну, круг, все время... ниже. Ну, так... Я сейчас туда поеду. Блин, вроде бы точку поставил. Туда подъеду, чтобы оптимизировать. Да, я там когда-то проезжал, но... Я не представляю, что там творится. Я на обычных этих гоночных ездил. Ну, гонки. Так я там еле 13-м из 14 приехал. Там такой хаос творится. Ну, я могу предположить, что там и читеры были. Что там первых даже не увидел. А первые просто на прокачанных машинах уже? Так там вроде бы ж дают тебе машину. Или можно и на своей? Можно на своей. А, ну тогда все понятно. У меня машина неуправляемая совсем, как кто-то, знаешь, как на льду. Ее крутит постоянно. Я вначале там что-то третий стал, а потом все. Меня перевернули. А потом пошло-поехало. Да, перевернули и все начали обгонять. Ну там физика какая-то непонятная, как будто на льду. Хотя даже дождя не идет. А там... Салом помазать. Там антитрассный, короче. Uh-huh. Там где-то скользко, где-то нет. Там надо смотреть просто. Ну я тоже в этом не сильно разбирался. Я там пару раз поменял. Мне что-то не понравилось, знаешь. Я... Это... Мне Дин говорил, что... Ну я спрашивал, как типа быстро заработать... Ну, 15 уровень, чтобы ежедневки появились. Он говорит, да, выполняй задания, там, гоночки. Говорит, за 10 минут можно набить.
Что-то он преувеличил. Там есть разные гоночки есть. Просто ты попал на... Ну да, самые жесткие. Как сказать, на такие гоночные автомобили, там где такие квадратные, типа, да? Да, да. Ну не квадратные, там типа булиды, полукарты. Все, я перед ареной. Привет, а есть типа обычные на спорткарах, там и на обычных машинах и тому подобное? Тут я, какие-то, кстати, гопники возле арены хотят машину отбрать. Я текаю. Есть, если 50 гонок победить на спорткаре, то откроется краска хром на все автомобили. Очень прикольная тема, у меня раньше была, но потом меня забанили. В этот раз я снова ее пытался открыть, но еще это не помню, сколько не хватает, еще 20 гонок, по-моему, победить. Ну просто с человеком с каким-нибудь списываешься и 20 гонок, ну 50 гонок друг другу проигрываете, побеждаете. А, да-да-да, я такое на ютубе встречал, видел там, что на мотоциклах ездили. Так это в закрытой сессии, так это вообще шара. А там много дают? Ну, это чисто на этот, как его, на краску вот эту, чтобы открыть. Ну, а деньги там дают или РП? Ну, по чуть-чуть совсем. Вот это что он сказал, что за 10 минут 15-й уровень, я сильно сомневаюсь. Там сама гонка где-то 6 минут идет. Что ты за 2 гонки получишь 15-й уровень? Думаю, нет. Что, все еще не заходит? Присоединение GTA Online. Что, прямо сейчас? Ну, на тебе красный этот крест, что ты, за тебя награда. Ты знаешь, я вот, ну, пока мы не играли, то я как не захожу игру, ну, в игру захожу, и сразу за меня награду, типа. А ты должен или чтоб тебя убили, или дождаться, пока она закончится, и не выходить при этом. Так, как мне стать главным? М английскую нажимаешь, потом агентство Security Server. Да-да-да. Стать шефом. Так, шеф, а дальше. Потом так. Там где-то должно быть что-то связано с шефом, я забыл, как называется уже. И пригласить. Тут тоже по М. На М? На М нужно? Да, 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 да. Сейчас поищу. Услуги Security Chef. Нанять партнера. Да, 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 да. Там выбираешь меня. Сделать предложение. Тут тебя что-то нету. Есть друзья. А ты меняй этот, меняй. Как они там? Не, я меняю, тут банда, игрок. А, все, вижу, вижу. Друзья, подожди, это, наверное... Да, да. Так, все, я на месте. Приглашение же активно или нет? Да, да, да. Оно будет активно очень долго. Так, блин. Очень веселая машина. Так только шеф может вызывать транспорт? Или же да, любой? Да, только шеф. Блин, уже войну начал. Ладно, тогда в это, едем в эту, как его. Садись. Мне еще вспомнить, где этот клуб. клуб этим, пластинкой отмечается, да? Да-да-да. Решил всех сагрить тут. Машина позволяет. Ну да, такая с шипами.
Она самое прикольное, что от нее все отлетают. Это вообще прям весело, вот смотри. Угу. Как будто, блин, танк только на высокой скорости. Да-да-да. И вообще до этого у меня была эта. А, так это у нее снегоуборщик тут суперит. Да-да-да. У меня была машина трамплин раньше, это вообще нереально веселая штука, но все улетали с нее. И это, но это. У нее был существенный минус, она быстро взрывалась сама от себя. И она стоила еще очень долго. Поэтому в этот, ну, в этой, когда я пересоздавал, у меня уже я ее не покупал. Да, это он на крыше лежит и говорит, стоп, такой. Кто его будет слушать? О, один мне экспу дают, потому что я рядом. Вот твой, да? Понял, сейчас. Так надо было от преследования вначале избавиться. Или можно заходить так? Ты можешь зайти, да, ты можешь зайти сейчас. Сейчас я развернусь прям. Давай, развернусь. Беги. А я тут попал. Я в домике. Надо, чтобы ты мне сказал, что надо делать, где задание брать. У меня такая помойка. Вроде бы один из самых дорогих или самый дорогой клуб. А зачем ты взял самый дорогой? Не знаю, мне размещение нравится. Ну, там, поближе к казино. Ну, да, нужно брать там, где ближе к твоему дому. Чтоб все рядом с твоими этими. Ну, у меня еще нету там казино, но я потом сделаю. Там денег много, блин. Я так понял, надо найти где-то этот компьютер, правильно? Да, да. Фиг его знает, где он сейчас на втором этаже поиска. Тут всякие педики лазят, это вообще. Так. Good to see in here. Похоже, у меня казино без ноутбука. Оно должно. Ты там куда-то в подсобку должен заходить. Ты когда только заходишь, первый я раз. Я зашел тут швабры всякое такое. Там показали, но это ж еще было. Ты там еще с копами стреляешься. Да, у меня тут вообще война, у меня 4 звезды уже. Ну правильно, если нету игроков, то надо мобов. Есть кому пострадать. Да. А там увеличится РП, когда звезд много. О, я нашел компьютер. Это ваш личный офис. Я сюда и не заходил, оказывается. Я взорвался. Так откуда ты начинать будешь? Рядом, я прям перед тобой. Ну. Так. Тут долго этот показывает компьютер. Брандер погиб, да. Так, подхожу к компьютеру. Блин, это не тот компьютер. Это просто компьютер. Этот ноутбук же ж надо, я насколько помню. Сейчас я зайду к тебе, посмотрю. Блин, тут только бухло и кровать. А у тебя, надеюсь, нету этого, как его, денег за вход? Вернее, надеюсь, с меня не снимут, там вроде немного, но все равно. А, у тебя тут даже нету этого. У меня вообще ничего нету. Понял. Это сейчас это веселая миссия будет. Блин, где же ноутбук тут? Еще компьютер. А у тебя нету там? У тебя, по-моему, должна быть миссия какая-то отдельная. Помимо этого, что-то по-другому как-то там начинается. Ты сначала перед тем, как ноутбук, тебе нужно это. Начать здесь все. Ох. А, так вот, на карте, блин, показывается ж компьютер. Ну он, похоже. А, сесть. Ну, сел. А, подошел к компьютеру. Это ты подошел? Да, да. Думаю, что это за матрица так. Так, получить доступ, Enter.
Так, вы должны получить разрешение от Тони Принца. Пожалуйста, завершите подготовку ночного клуба. Их тут две миссии, обеих надо. Подготовка Да. персонала и оборудования. С чего начнем? Да что хочешь? Все равно это делать. Я понял, персонал так-то. А еще вот когда брал этот ночной... Так, у тебя звезды okay, пропали? Here we go. Да, get us да, our staff. You can pick them up in any order. You're collecting... Блин, нажал escape. Так, нарисовано, что транспорт рядом. А. Он прям перед нами. Я понял, я не этот. Я не хотел его. Услуги шефа. Не-не-не, тебе нужно его. Это квестовый. А, квест, то все понял. Блин, я думал, что сейчас на вертолете, блядь. Ну, да. И тебе, кстати, по-моему, одному надо это, как сказать. Ну, то есть там будет три человека. И ну, сначала мы можем вместе ехать, потом нужно будет это, чтобы кто-то. Ну, я вытащил. Угу. Ага, все, я даже не могу зайти так сидеть. Ну бери машину там. Я сейчас возьму свою. Так, а где маркер? Или тут без маркера? На карте три маркера человечка. Какие-то, ну, хорошо, понял. Так не садится, да? Да, да. Транспорт не вызывается свой? Сейчас вызывает. И иди, я догоню тебя. Надо текать быстро. Кстати, ночь сейчас. Можно было бы показать эту машину. Какую? Которую это сейчас, ну я не знаю, мы успеем или нет, сейчас посмотришь какое время. Ты куда-то уходить будешь? Нет, время в игре в смысле. Но мы скорее всего не успеем уже. Ну я могу подождать или. Не, так это надо, это чисто, чтобы машину показать. Поворот проехал. Тяжелую такую машину дали. Ну, она и бронированная, по-моему. Ну да, походу да, потому что разворачивается так тяжело. Так это и стрелять будут или? Я не помню уже. Они не очень так удобно убегать. Так. Не переживай, я рядом уже. А, уже обгоняешь. Блин, и опять поворот проехал, ну. Так, а тут свернуть можно или не нужно вообще, блин? А, ты нас на этом, ну. Конечно. Блин, какие-то подворотни, это тут искать персонал. Так. Да, да. Залазь. Там. Сигнал. Сигнал надо дать, он тогда. Они, по-моему, враждебные. Ты сразу по газам давай. А их валить надо или нет? Не, пока что они не враждебные, забей. Блин, так может их надо было встать и перемочить? Теперь к следующему, да? Да. Ой, извиняюсь. Не, они это, они не враждебные, нормально. Просто у меня наведение почему-то на них сработало, как будто они враги. Так, не вижу третьих. Может на третьем будут? Я не помню, возможно вообще не будет. Ты да. Просто типа провезешь их и все. Да, какого фига персонал должен их тут атаковать? Нелогично даже. Да, это что-то... Миссия не совсем. А вторая там хоть есть экшен? Вторая будет... Я не помню насчет экшена, но будет прикольно. Мне понравилось, по крайней мере. Это один раз выполняешь и все, да? Да, да. Блин. А потом листовки там и все такое. Ну, да, циклично. Да. Ну, листовки чисто на пополнение этого популярности. Чтобы автоматом типа зарабатывал деньги. Кстати, наверное, лучше всего для автомата зарабатывания денег это как его.
как он называется? Байкерский клуб? Не-не-не, этот... Ну, хотя я не знаю, я просто я по своим сужу, то, что у меня было. Байкерского клуба у меня не было. А это у меня... Как он там называется? Это бункер, да. Там, типа, сырье, как бы, можешь или с помощью миссии, или с помощью денег заправить. И потом оно копится у тебя, деньги. И потом их нужно доставить, как мы с тобой доставляли. Там очень большие деньги. Mm-hmm. А при этом ты просто играешь и все это. Да, время. Да, вот это я и хочу. Ну, там ездишь просто, там машины выгоняешь, а параллельно, чтоб зарабатывалось. Так, и остался третий. Ну это, блин, миссия на одного, конечно. Да ничего страшного. So, you're the mixologist? I'm the bartender. The most complicated drink I make is a shot. Сейчас, подожди, меня там на кого-то наведение мне интересно стало. У... Из тех, что стояли там? Okay. You like Solomon? Нет, это... А, да. У меня на продавца за что-то. But I'll be down in the warehouse mostly. Right. Знаю за что. That's cool. И его не взлюбил. А тут же еще магазинчик я видел грабить, может. Да, да. Если каждое грабить, то дадут тебе бесплатно татушки. Ну, вернее, не бесплатно, а доступ к татушкам. Ну, я понял, откроется просто. Я сделал самое первое, что сделал это. Я уже все в игре попробовал тогда, и было интересно пограбить каждый магазин на карте. Контент еще добавляют. Ну, сейчас да, я уже много чего здесь не пробовал. Тут куча ограблений, и то, что вот мы с тобой проходили, я тоже не пробовал. А мы тут прошли уже миссию? Нет. Мы прошли, ну, часть, это подготовительная, да, часть мы прошли. Это типа самая легкая была? Возможно. Капец, там такое было. Ну, можно для начала, но лучше было бы пройти ограбление обычное, стандартное, которое в игре. Через тебя, которая. Потому что я уже прошел, мне это тебе просто, чтобы открыть их все. А потом уже можно было бы на эти миссии идти, потому что обычно ограбления не полегче будут, чем вот эти вот. А деньги тоже будут платить нормально. А вот это что, фургон мы угоняли, это тоже же ограбление было? Фургон? Ну, помнишь, перед, да, когда ты ехал на нем. Я не помню, что-то. Ну, там бронированный такой. Я помню, мы самолет вот этот увозили. Перед мы миссию. Помнишь, что полицию там на заправке расстреливали, что все взорвалось? А, да. Это ограбление считалось? Не, это была подготовка к... Вернее, не подготовка даже, а заправка сырьем, типа, бункера. А, все, понял. Это для бункера. Вот так легко типа, получилось. Да, все взорвались, да, практически вопрос. Никто не преследовал даже. А вдвоем очень просто проходить эти миссии, в одиночку посложнее становится. Там есть миссии, где тебе нужно ехать, украсть, короче, пикап с пулеметом. И в теории ты должен ехать, ну, один ведет, один на пулемете. И тебя потому что будут стрелять. А я вот это один проходил, меня постоянно убивали. Охранника взял уже. Так. Теперь и в клуб надо. Да. Hey, stranger. I'm Johan. Is Marcel on board? He'll handle all security and the whole front of house setup. Used to be I would work the velvet rope, but that's a young man's game. Marcel here has a laser eye for good people and bad. He'll make sure all the right kids are coming in and the wrong ones are staying out. So is this everyone? Are we going to work? Look at you, all eager on your first day. Okay, Tony, Solomon, damn right we're eager. Yeah. Блин, опять okay. Проехал. We all are. The warehouse is gonna be pretty sweet too. The network they set up is like lightning. В принципе, можно okay. Ехать и не по маршруту, он перестроится. Он GPS. Еще, кстати, этот, как его, Muscle Car сейчас продается прикольный за 200 тысяч. Ну, он так полмиллиона стоит, сейчас 200 тысяч стоит. Я его тоже купил, очень прикольный. Ну, у меня сейчас
90 только, так что ничего не буду. Буду копить на летающий. Вообще редко покупаю машину, но что-то прям сегодня это... Скидочки хорошие подъехали. 3 миллиона сегодня профукал. Ого, у меня за всю игру сколько не было. И то это призовые ждали, сколько, полтора миллиона или нет. А ты на Стиме играешь? Или ты на той, что раздавали эпики? Ты тут? Ау. Ты меня слышишь? Hey, look. This is it. All right. Слышишь меня? Слышно меня или нет? Меня тоже внутрь закинул. А, так ты меня слышал. Окей, we've got our core team. Now, if we can just get that audio equipment, we can finish setting up this place. When you're ready, come and access the computer. Компьютер. Знать бы, где он. Так, я уже... Это у тебя что-то? У меня, походу, это... Дискорд, да-да-да. Ну я тебя не слышал вообще, я тебе говорил. Так, блин. Чего не этот ноутбук в начале не вставит? Да, это вообще жестко. Надо через какие-то туалеты идти. А, это еще фигня. Ты когда он заработает, смотришь. А, да тут народ будет. Да, это между народу надо будет проходить. А еще будет это дискотека, типа, и там будет очень плохо все видно. Подготовка оборудования. Пимс. Вариантов нет. Выпить не дам. Так. Okay, head out into the desert. Like I said, we need to borrow some equipment from this festival, ritual sacrifice. I don't know if these guys are dorks, DJs or doomsday preppers. Probably all of the above. But they've got a killer speaker system and it's on wheels. The crew is having a bit of a festival wind-down party. So get over there and get the system. And maybe try not to kill anyone. I've got enough angst as it is. Так на твое двое поместятся или нет? Не. Машину вызывать или вертолет? Что хочешь, в принципе. Можно доехать, можно... Ну если вертолет, то ты будешь управлять. Уже не умею. Ну, тебе лучше научиться летать. Да понятно, ну да, это. Это очень полезно здесь будет. Не то, так у меня. Не то, что на самолете. А, я. Но на вертолете прям надо. Так. Транспорт шефа, да? Да. Блин, тут надо знать, что как называется. Да, лимузин с турелью. Блин. А можно на машине доехать? А на какой именно? У меня тут их куча. Ну я тогда свою вызову. А ты можешь? Ну, обычная машина. Ну давай обычную, какая разница. Лимузин с турелью, это слишком жестко. Сейчас этот толстый у тебя угонит самолет. А я люблю ездить, короче, по городу. Идет какая-то такая толстая с пончиком. Я подъезжаю, сигналю, она его бросает и бежит. Так забавно. Мне не дает сейчас взять, пока моя этот, ну, вот этот самолет рядышком. Так. А ты можешь его взорвать? Не знаю. Просто навести и стрелять? Ну или чем, если что-то взрывчатое есть, можешь взорвать. Не взрыв, по-моему, даже не горит. Нет, дымится вроде. Или... Да, дымится. Да. Сейчас патроны все. Отойду, наверное. О, огонь уже пошел. Все. Сейчас. Это, конечно, кустарный метод. Да.
Надо позапоминать название этих машинок. А там что-то мало. У меня больше в гараже машин. Или какие она может вызывать? Она вызывает именно такие... Ну, с помощью вот этого меню ты можешь вызвать только специализируемые машины. То есть там вертолет какой-нибудь специальный или машина. То есть с обычной... О, блин, нифига себе. Только машину поставили, ее уже грузовик какой-то таранит. У него зависть просто, что ты на спортивный. Да, он... да. Ну, так быстрее. Автобус. Поцарапал все. Это я зря. Я думал, там будет плавный съезд. Ну, зато быстро. Нормально так наваливает. Это почти, ну, одна из быстрых машин, так скажем. Интересно, это так задумывали пятиугольную трубу? Вроде как да. Да, наверное, да, потому что это не похоже на Rockstar. Ну, выхлопные трубы тоже такие же. Хорошо, колеса что-то крупные. Так, поворотик. Там, кстати, не надо никого убивать, просто можно это. Блин, а я уже. Я уже пушку полез выбирать. Нам нужно вот этот автобус украсть. Так, наверное, буду же гнаться ж. Не, им пофигу, это простые цивилы. А, это можно, эти... Можно украсть, типа, хиппи. И ехать, да, хиппи. Блин, я, кстати, хочу украсть этот пикап. Интересно, а можно украсть? Вот этот? Я хочу себе такой. Так, а может он не даст себя в этот может гараж быть, завести? Но я, по крайней мере, попробую. Ну так садись. Мне просто заходить и все, да? Да, бери и едь. Будешь сопровождать. Да, да, да. Там этот, как его... Да, они просто убегают. Причем, когда девушка по воздуху бежит, она у тебя тоже по воздуху бежит? Ты не заметил. Ну да, у нее посадка какая-то неправильная. О, так есть три согревшихся. Да, но это просто так это. Вместе с диджеем, слышишь? Блин, а где тут выехать? Тут бордюр здоровенный. А вот здесь можно сюда ехать? Да-да-да, я как раз туда и подумал. Только... У него маневренность нулевая. Да, но это же автобус еще и нацеплен. Да, блин, диджей выпал! Забей на диджей. Так и мне не надо его, случайно? Нет, нет. Тебе нужна только машина. Нет, так там же дальше по оснащению клуба еще диджей. А потом, да, потом ты его возьмешь. Он какой-то, блин, сейчас это сломаю конструкцию, такой мост не да, проехать. Да-да-да, а ну. Езжай, забей. Так я не могу проехать, ты понял? Разгонись просто. Оно сломает ее? Да. Ну, разгонись, это ты, конечно... У меня с первого раза все сломалось. Мало разгона взял, видно. Блин, развернул этот. Сейчас я подтолкну его. Не хотит. Давай, там просто давай. Уже умер. Да?
О, так можно его тачку забрать. Блин, еще один. Сразу. Блин, меня толкают. Давай, ускоряйся. О, наконец-то. Ну, блин, без черепа, конечно, это не то. Да, или нам вообще, или нам тоже только аудиосистема надо, наверное, с этого. Да, да, только аудиосистема. А, то на пофиг. Сейчас и аудиосистему. Надо выбрать поменьше этот. Я все профукал, когда приехал. У меня все сверху снесло. Это не за нами. А, или это скорая за тем мужиком. Блин, ну тут скорость, конечно. Блин, грузовик вообще прикольный. Хочу такой. Да. Будет, конечно, я надеюсь, облом. Что можно. Блин, я не туда поехал, да? Или туда? Или нам низом надо? Я не знаю, я на карте, я с тобой просто. Я понял. Вроде туда. Да, туда. Там вниз. Вниз. Я поставлю себе маркер сразу на этот. На дом, да-да-да. Не, ты... я на Customs. Ну, так ты хочешь продать или что? Нет, я застраховать сразу. А. Так разве на автоматом не страхуется, если заезжаешь в этот? На половину только. Она как бы страхуется, но, по-моему, если ее взорвут, то навсегда. Или, я не помню, в общем, но, по-моему, как-то что-то там, там две страховки есть, uh-huh. Обычная и усиленная. У меня, по-моему, только одна отображается. Может, потом будет. Ну вот, когда в гараж себе отвозишь, то одну страховку автоматом дают, а вторую нужно в магазин уже идти. А там 8 тысяч стоит. Я представляю, если бы тут еще погоня была. Да. Это вообще никаких шансов. По-моему, тот броневик и то лучше ехал. Ну, который... Да, да, понял. А я вспомнил, кстати, я наконец-то вспомнил, что мы тогда делали. Да, почему-то все взорвалось, я выстрелил в чувака, все повзорвалось, и за нами никто не ехал в итоге. Ну, удачно так сложилось. Там ноль... А, да, да, да. Ну, едь туда, я поеду на это. Да, хорошо. Да, потом еще догонишь тебя. Куча времени. Можешь ее даже в гараж завести или не обязательно. Но я иногда приеду туда, ты уже там будешь. На другой машине. Блин, такой рев от машины, хотя она чуть-чуть едет. Масл. А если напишет, что он 17 тысяч стоит, продаж? Нет. Мне понравился. 17 тысяч это немного. Блин. На красной стали. Блин. Чуть колонку не обломал. Блин, недоступно. А, да? Нет, подожди, Santos Custom недоступен, а не это. Не понял. А как, что такое бывает? Видимо, из-за миссии. Надо, чтобы ты сдал миссию. Ну, стой там, я уже подъехал. Сейчас сдаю. Да, сдал. О, я ловкач уже. Уровень повышен. А тебя с машины не выкинет? Пока нет. Я тоже об этом. У меня уже ролик пошел. Come here, look at this. I love it. Omega, what do you think? I think it's 100! What the fuck is wrong with you? I'm seeing tracers. I am the opening DJ. Get the crowd bumping. Get the millennials boys with the wooka wooka wooka. Go away. What? Go get me some celebrities for opening night. Put up in the VIP lounge if you have to, but you will not be DJing. Ahem. My glow stick. Oh, now. Let me show you what we got ready for you. Come downstairs. Now remember, I do not nor want to know what's going on down there. I will plead absolute. Еще заметил, что во всех роликах этот главный герой молчит так тупо вообще. Да. Ну, вообще, болван какой-то, да. Он только кивает, короче. Интеллект. Да, он такой неблещущий интеллект. Этот, кстати, грузовик с этим... Ну, с вот этим всем, что сейчас вез, автобус. Его можно купить за лям 400.
Да нафиг надо. Ну понятно, но просто я учитываю. Да, я видел, там всякую руку продают. А вот этот вот джипик, на котором мы сейчас едем, короче, 380 тысяч стоит, и мне не дают его. А на нем можно включать музыку вот это? Абсолютно. Может, в смысле? Ну, типа, устраивать вечеринки, может, я не знаю, какой его смысл. Может, там колонки... А, да, можно, можно, да. А, ну, я видел, есть уже чел-то. No thanks. Hey, baby, four shots. Good news. И не только это, есть еще лоурайдеры. Они тоже, с ними тоже такое же можно делать. Spared no expense, as you're paying. Все равно смысла мало. Нам надоест. When you get back, we shall have ourselves a little party. Сейчас как раз его возьму. Покрасоваться. Ну, тоже плохо управляемый. We'll see you shortly. Зато красивый. Я в один гараж собираю вот эти машины, которые можно взять из GTA. Там одна прикольная, как там, Runner или что, видел такие машины? Тоже похоже на DeLoreans, такие старые. Так я один угнал там спойлером и все такое. Так, я уже вышел, пробую заходить. А у тебя там, скорее всего, тоже нужно будет это. А, еще миссия. Это вот сейчас ты будешь, это, привезешь этого чела. Блин, такая машина классная стоит. Но это, скорее всего, нельзя брать. Блин, шикарная такая. Ты там далеко? Ты далеко? А, я немного отходил сейчас, извиняюсь. Сейчас, пробуй. Сейчас уже еду. Так, а ты машину ту застраховал? Не, я не смог. Я бросил ее. Блин, ну попробуй еще вот эту... взять, где я стою. Ну, я что-то сомневаюсь. Скорее всего, это платная машина. Ну, ты, наверное, на глаз уже поймешь. Хотя бы попробуй. Вдруг. Это черная? Ее можно, да. Она дешевая. Дешевая? Это что тут, тут и это? Да, и она крыло, дешевая. И спойлер. Она сама по себе такая. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Как ты смотришь? По названиях их помнишь? В интернете, и там есть магазины эти. Solomon's coming to LSIA. Let's get out there, all right? Нашел? This city, don't know what's about to happen to it. Solomon, или она не здесь, или она другой стоит. Так может попробуешь ее сдать? And above all else, there will be feels. No one does emotional like that Balkan beast. Смотри, сколько она стоит. Да. No! Едь тогда там на кассу, сдогонишь мне, да? Так, не разбей. Едь. Я думал, тут по-другому поедешь. Еще покоцаешь ее. Надо продать подороже. Эй, look. What you doing with that place? Omega? Proper naughty. Bad time too. Los Santos needs some nightlife. I mean, as much as I love hitting the toot with lonely old rich guys in their hills, but it's getting a bit boring, isn't it? Not very spiritual. Somewhat lacking in the old transcendental power of a bunch of nutters giving it some. Sweating on the dance floor. Solomon's melodic madness coming through the system. No, sir. This. Ну что, продается? Just what the doctor ordered. Еще не доехал. А, я не могу во время миссии. Продать не можешь? Ну что, будешь ждать возле кастомса или как? Алло? Будешь ждать возле кастома? Слышишь меня? У тебя этот... Дискорд опять рухнул. Да, да, да.
Тогда, может, возле кастома подождешь опять? Да, но я покатаюсь с тобой. А, ну, ты, главное, не разбей ее. Надо ее за 20к втюхать. А какой, кстати, предел по этим тачкам? В смысле? А, ну, самая чего? Дорогая, которую можно... По-моему, 17 тысяч это есть, или 19 тысяч, или 17. Ну, 18 я еще видел. Да, и этот, как его, и вот этот золотой Гелендваген, только он практически не в этом. Там, по-моему, лям, я не помню точно. Лям продажа? Так это, блин, разница такая, тут 18 тысяч, а лям. Небо я не уверен, я, возможно, ошибаюсь, мне казалось, 900 тысяч он стоил. Так, при продаже, а ты это знаешь резкий. Знаешь, где его? Да, здесь недалеко, тоже прямо возле Santa's Customs. Ну ты его ни разу не видел, правда? Не. Там, может, байка, или ты говорили, видео смотришь? Его вроде как уже это, ну он перестал спауниться, или точно как-то там говорили, что он спаунится только когда рядом на таком же проезжаешь. What do you mean, is Mr. Runway? То есть те, у кого есть он, они могут его заспаунить, а у кого нет, уже не могут. What with all them uppers in his system? Get up there and do something. Push some buttons. Да там консена? Да, да, да. А, вот вижу. There's so many buttons. Just press one. It's what you do for a living. Надеюсь, слетать не надо будет. Нет. А, мы сейчас будем экстренно ехать за ним. Самолет падает. В смысле, ехать за самолетом? Да-да-да, самолет будет падать, а мы за ним будем. Как в сингле GTA 5. Ну, я ж не проходил. Просто нужно преследовать точку, да? Да-да-да. Вот а где он сейчас? Синенькая, синенький самолет. Нет, а я вижу. Он двигается же, да? Да-да, он будет падать. Он будет, он за городом пойдет. Эту миссию завалить можно? Вроде нет. Пойдет, и все. И туда подъехать надо, правильно? Да, да, а, все, я понял. Если б я знал, как туда доехать. Твое впечатление, что я поворот пропустил, да? Тебе нужно просто за город, да, выехать, а там уже... Да, там уже можно через лес. And act like you know what you're doing. О, я его уже вижу. Он на меня не упадет, случайно? Он за городом упадет, он будет долго лететь. Oh, thank God for that. Now you know what not to do, okay? Point the stick again and keep the sky up there. The earth. Надо еще как-то на дорогу смотреть. По скрипту в одно и то же место падает или вроде да. А он всегда в одно и то же место падает, да. Easy does it, alright. Easy does it. Mellow vibes. Keep it proper. Сначала красиво летает над городом, а потом падает. Вот интересно, а может ли другой игрок сбить его? Блин, это можно было проверить. А, или это. Ты можешь воздушный вызывать? Ну, я его не смогу сбить. У меня наведения на него не будет. Ага. Я же типа твоя фото. А команда. Если без наведения стрелять? Ну, я ж на твою... Очень сложно будет попасть. В летящую цель. Если бы он на земле был, было бы возможно, но этом я не смогу. Да, я сегодня пытался, у меня почти получилось вертолет сбить без наведения. Ну, этот гражданский, конечно. Не, боевой. Игрока. Фу. А, так ты ПКшник еще. Я думаю, не, кто эти люди, которые... Я не при делах. Они первые начали. Ну, ты один был или с кем-то? А там... Прикрытие. Каждый сам за себя. Ну, я вышел просто, меня расстреляли. Потом этот чел, который меня убил, он убил еще одного чела. Я хотел убить... Ну, отомстить, я убил другого чела. И в итоге пошло-поехало. Но в итоге я всем отомстил. Это же кому не надо было. Я вообще, это как его, мирный человек. Но если ко мне пристают, я... Ну, понятно.
А когда убивают, как и в сингле, ты в больничке начинаешь или где? Нет, если тебя убивает игрок, то чуть-чуть подальше. А, ну чтобы, да, потому типа, что, ну, чтобы он не повторно не убил. Или группа игроков. Один-то это еще Shit. Что можно? Блин. Все, я через кусты поехал. Я тоже сейчас с тобой. Он уже близко к земле. Главное не разбить машину. О, кстати, надо посмотреть, стоит ли там этот кастомный. А, это чуть-чуть дальше. А он сейчас, это, спереди аэродрома упадет, наверное. Справа аэродрома. Уже поворачивать? Можно, да, уже повернуться сюда. Все, упал, да. Блин, мы этого не видели, Жень. Блин. Тут хоть не охраняемый этот аэродром? Не-не, это обычно. Блин, я побил машину. Главное узнать, сколько она стоит. А не влияет повреждение на? Отремонтировать и посмотреть потом. Блин, а чё он сел не на это, не на взлётное рядом? Это, кстати, русский. Боже мой, Дэйв, where did you find that pilot? Top of the range he was, son. No expense spared. Come here. I told you you were a miracle worker. Пилот такой. Let's не go получилось. Work some more. Twat. Не, ну чё, посади. Right, driver. Drive on. Так, давай кастомс тут Show рядом заедем. А, или ты не сможешь продать? Мне надо робот сюда выехать. Блин, этот самолет нельзя взорвать, прикинь. Обида. Я не знаю, в воздухе можно было ли его взорвать, но на земле я его не смог взорвать. Так, тут кастомс есть, или тебе не даст? Алло? Кастомс тут есть, тебе даст продать или нет? Дискорд у тебя выпал. Что ты капец, какой-то три раза подряд. А может это у меня? Или нет? Не, это у меня. Попробуй в кастомс подъехать, даст тебе? Стоит. Нет. Нет, конкретно недоступен, а нет. Вот тут же ты проверял, тут тачки не было. Good to meet you. You must be pretty cool. Я ж тебя скрин кидал там. Я понял. Я знаю в другом месте, где они ставятся. Точно такие же. А так я ее продать, кстати, не смог. Я захотел ее себе, типа, в гараж. Подъехал к гаражу. Мне написало, что в гараже нету свободных мест, типа. Так. И типа освободите машину, типа нажмите Enter. Я нажал Enter и машину выгнал, а та пропала, понял? Вообще фейл. Еще где-то тут в горах должно было быть. Но это вряд ли здесь. Здесь раритетный трактор. Не, тут, по-моему. Возле вышки там стояла какая-то раскрашенная флаг Америки. А, понял. Ну тоже вроде бы. Не раритетная, там типа внедорожник какой-то. Вот. Ну я не уверен, Monster что Truck? Это здесь. Да. Да. Ну, может не монстр. А, да, наверное. Но высоких его, колес. Его, по-моему, нельзя украсть. Ну, я в гайдах смотрел, что его тут ловить. А, надо его и попробовать. Я хочу себе такой. Ну там по времени тоже, я приезжал, не было его. Он так, если самому покупать 500 миллионов, 500 миллионов, 500 тысяч стоит. Не так уж и дорого. Я думаю, да. В коллекции, потому что за 18 такое отдавать. Еще на киностудии там никак его не словлю. Его можно с российским флагом переделать. Да. Он типа мультинациональный. Тогда в британский. И киностудии там раритетная должна стоять, но ни разу я не видел.
Чё делают? В киностудии, возле киностудии, ну, на самой территории киностудии, там тоже раритетная должна появляться. Но так тоже... Я на киностудии только этот видел, как его, боевой грузовик. Который можно себе присвоить или нет? Не, я не знаю, можно или нет, я просто видел его там. Я сегодня прилетал там, мимо, посмотрел, что там есть. Опрессор очень удобная штука, и вот так же можно полетать, где хочешь. Да. А еще в игре есть две скрытых миссии, даже три для тебя. Первая — это глушилки, короче, нужно уничтожить, но они, по-моему, открываются после ограблений. Вторая — это собрать... Ой, извиняюсь. Собрать 100 игрушек. О, твоя тачка, я думал, это что такое? Да, да. Думал, блин, они туда поехали. И за них откроется костюм. Ну, он такой себе, и им деньги дадут. Так, сейчас катсцена, и потом ты едешь продавать, да? Да, да. А листовки будем или не стоит? Да, давай. Ну, я смогу управлять самолетом. Mm. Так, может, как и в этой, тебе не дадут сесть? Ну, скорее всего, дадут. Follow me. Right, ну да, это уже ж не сюжет ночного, это уже доставка. Только не начинай пока. Ну скажи. Watch out, Albin. Solomon, baby, come here. Yeah, sorry, my flight was delayed. He's a little. Опять главный герой сзади ходит. За то, что я у тебя в компании, мне по 6 тысяч периодически капает. 6 тысяч опыта? Долларов. О, так нормально. Можно так это, как его, клавиши залепить. И это... Нет, это транспортное средство нельзя, это оно объявлено в розыск. Можно считать. Так я еще смотрю этот ролик. Понял. Сейчас через полчаса будут сравнивать с этим машиной. Ну, отвезешь меня туда. Пока. Have a good time. Enjoy yourself. You deserve it. And downstairs, fully operational, whatever you want it. Tony. Hey, baby. That's nice dress. Главный герой, как всегда, молчит. Такое движение, все разговаривают, а он такой... Ну, как устно отстало, серьезно. Да. И лицо у него всегда тоже такое, типа, безэмоциональное. Ну да, и движений он практически не делает. Эти что-то там, какие-то эмоции, там, махает руками, это стоит. At the opening of Omega! Yeah! Los Santos has finally figured out how to party again. You're gonna join me, DJ Laszlo, in welcoming my very best friend. I discovered him in Ibiza, which is in the Netherlands. The set was amazing. He is starting his first ever residency in the United States in this club. All right? Please, all of you, give it up for the one, the only, Solomon! Объявили Соломона, там что-то пара человек. Никто его не знает. Потом там нормально будет сейчас дискотека. Chicks, fucking grinded, bro. Molly, bro. Molly! Я вернулся, у меня тут что-то FPS падал, там почистил немного. Диспетчером. Ну, у тебя машин, конечно, куча. Спортюшная. Ты сейчас удивишься. Прокатиться точно, чтобы... Я только точно не помню место вот сейчас. У меня тут дом был раньше. Поэтому я легко находил. Mm-hmm.
Блин, сейчас надо... А, блин, дальше надо ехать. Я из-за твоего дома спутал немножко. Угу. Так она точно появляется? Да-да-да. Она прям 100% появляется. Так, это он, по-моему? Да, это он. Здесь я раньше жил. А метки тут на карте что, нельзя ставить? Можно, я... Так, я ставил до этого. Вот она. А, это двойник твоей, да? Так что, да-да-да. Так она продается или нет? Да-да, бери ее. Блин! А чё она не умерла? Теперь подешевле. Ты убей её, кстати. Зачем? А если не убить, то она, это как его, то не продаст. Да? А где она делась? Всё, я убил её, езжай. Ага. Она что-то на сигналке еще, может не до конца... Так, продавать ее, да? Или да, себе за... можешь себе оставить. Я не знаю, вроде прикольно. Сейчас я посмотрю, она где это. Сейчас карту еще гляну. Она в двух видах спаунится. Блин, там полиция у меня. За тобой? Да, да, забей. Ну пока это уйти с этого. Сейчас я карту еще посмотрю. А во сколько ты говоришь, она тут спаунится? 12:00. Что, когда 0:00, короче, она спаунится. Блин, они по мне стреляют. Тебе? Да. А ты же еще не всех. Не знаю, ну так мы ж в коопе, типа. А, ну не должно все равно, по идее. Ну, как-то так. У меня все, у меня прошло. Блин, покоцает мне... А, в гараже ж она восстанавливается вроде, да? Да-да-да, если ты себе заберешь, то она восстанавливается. Тогда заберу себе. Все равно они ее уже уграли. Я себе ложу в менюшки, они по мне тут стреляют. Сейчас, если повезет, еще одна зареспавнится. А, ты там же остался? А тебе что, копы отстали? Бесконечно. Че? И сколько цена, ты говоришь? От 17 до 17-18, по-моему. Они две разные спаунятся. И только вечером. Одна фиолетовая, одна желтая. Да, то есть да. Ночью. Ровно в 12 начинается. Так. Тут просто по кругу ездить, типа, они спаунятся. Я понял. Все, я уже до гаража доехал. Надеюсь, место есть. Потом возьму. Я, правда, в место так и не посмотрел. Ты еще там на месте? Да, я хочу эту желтую еще показать. Сейчас я выйду. Мне больше желтая нравится. Хорошо. Так, что у меня уже забит? У меня уже гараж забит, прикинь. Капец. Куда теперь машины ставить? Блин, жить. Наверное, время вышло, потому что больше что-то не спаунится. Так, а по времени сколько должно быть? Ровно 12 часов. А, так уже 3:47. Так, это там, где ты ездишь сейчас? Да, да, да. Вот ровно там, в том месте, где я сейчас нахожусь. Ага, все, понял, вот это. А вот еще одна заспаунилась. О, так ты, может, продашь? Да, я продам сейчас. Выходи тогда, продавай. Так, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так. От меня копы вроде отвязались, хорошо. Это не фиолетовая. Вернее, это фиолетовая снова. А надо фиолетовую именно? Пофиг. Без разницы. Ну, они спаунятся двух видов и стоят практически одинаково. Разница в 1000, по-моему. Так, Ну ты сейчас едешь продавать, да? Да-да-да. Что в настройках поковыряюсь. Скажешь, когда там закончишь. Да не в курсе, можно ограничить количество кадров. Вертикальная синхронизация, по идее.
Не, да, я понял, но я хочу меньше сделать. А, потому нет, что не у меня знаю, нестабильно 60. У меня. О, ты только что получил еще 15 тысяч от меня. Да, неплохо. Слушай, это круто вообще. Тогда я так понял, что продавать надо только в это, в коопе. Потому что это же, блин, навар такой. То есть мы там поездили 2 часика, например, и уже там наварчик такой хороший. Или я не понял, подожди. Или да. Вообще ничего не получилось. Помнишь, прошлый раз я когда продавал машину, тебе тоже пришло. Да, да, да. Я еще, еще спрашивал, оно делится, оказывается, что не делится. Ну, на двоих. Каждому полная сумма приходит. Сейчас, это сейчас жир. Посмотрю. Я не понял, получил ли я деньги сейчас. То есть смотри, меня, как мы действуем. В 12 туда едем, и каждый забирает по машине и сдаем. И в итоге 30 штук, короче. На ровном месте практически. Так. А они перечислились тебе в наличку или на этот, на счет? В наличную. А у меня наличные ничего не перечислилось. Не понял. То есть тебе деньги не пришли? Походу. Сейчас проверю, сейчас еще одну. Да не может такого быть. Так, а есть же, на откат надо ждать. Ну, я пока просто это украду ее. Так я думал, мы сейчас на миссию пойдем, не? А она быстро, если она еще есть, то она быстро возьму. Вертикальная синхронизация. Нету лока кадров, это, наверное, только в драйверах надо. Нестабильная 60. Награда за вашу голову 5000. Вот скажи, почему это? Это же игроки нас назначают. Просто забей, это или игроки, или может по скрипту, так, если ты украл машину. А, ну, наверное, да. Так у меня такое было, что я загружаюсь, за меня сразу же награда. Каждый раз при загрузке. Это да, если ты вышел из игры без завершения награды, mm-hmm. то есть типа, ага. себя не сняли, или это, она снова по новой. Так пойдет. А чё она не проходит? Ваш партнер перевел. Подожди, ваш партнер перевел вам вашу долю 100% своего заработка в событиях. А где ты это смотришь? Выскакивают вот эти в черных окошках вверху. А, левом. Блин. Я бы прочитал. Нет, так тебе не пришло. Блин, надо было скрин сделать. В следующий раз скрин сделаю. Ну, я ж тоже буду продавать. Блин, у меня такое лицо окровавленное. Не, я просто ради интереса, скопается она двум нам или нет. Если скопается, да, то надо, но круто. Надо перед продажей посмотреть, сколько в банке и сколько налички. Кстати, про наличку хорошо вспомнил. Надо продать все. У меня сейчас 100 тысяч. Да у меня тоже. Так, 117 тысяч, я запомнил. Вроде. У меня 107. Так, что делаем дальше? Ну иди и начинай эту листовки эти. Листовки или же будем эту. Ладно, давай листовки попробую, а потом то, что мы там начали подготовочно, да? Mm-hmm. Ну и... я. Мне этот, дойти надо будет ненадолго. Минут на 20-30 я отойду, потом продолжим. О, эту одну миссию сейчас сделаем. Сейчас поеду. Или ты там уже? А начинать только ты можешь. Опять компьютер уж надо, да? Да, да. FPS непонятно чего скачет. Ну, онлайн типа прожорливый даже чем этот сюжетка с Redux модом. А сюжетка, я говорил уже, это очень оптимизированная, она там вообще без проблем. То есть, да. Там можно на ультрах играть, типа, вообще без проблем, а тут здесь оно, да, блин, так оптимизировано. Там до 45 даже падал. Так, я уже подъехал сейчас. А, там еще же надо компьютер найти. Блин.
Уже сколько времени? 6:54, они еще тусят возле. Ты вылетел клуба. Или что? Нет, ты. Шеф ушел, мне написано. Я пока миссию не берушь, правильно? Да, да. Так тебе добавить надо опять-то. Ну ты в игре. Да, я в игре. Услуги шефа. Нанять партнера у меня не активно. Чего за фигня? А, у меня что-то. Я один в сессии. Да, и у меня как-то кикнуло, или тебя кикнуло. Ты тоже один в сессии, типа? А как посмотреть? Z нажми. Сейчас. И что дальше? Слева у тебя есть ник твой? Да. И, кроме него ничего нет. Ну вот это значит, что ты один, я тоже один. Как это сессии разделились? Да, да. Не, ну если бы вылет был. Если бы вылет был. Сейчас так что, будем листовки делать или ты там по делам пойдешь? Да, сделаем листовки уже и пойду. Угу. Скажешь, когда там загрузишься. Если загрузишься. Да, да, да. Разве обнуление работает при выходе? Что сомневаюсь, там нужно все-таки подождать, наверное. Мне миссию брать или ты... Ты пригласи сначала меня. А, да, кстати. Услуги шефа. Нанять партнера. Нельзя так, обидно. Получил приглашение. Все начинаю, да. Ну как сказать, начинаю, только подошел в клуб. Главное утро, тут еще народу полно. Они вообще не спят. А они там это как массовка просто. Да. Hey, boss! Прикольно, боссом называют. Так, вот это хоть что-то хорошее. Единственное, что хорошо. Блин, так у них тусня, наверное, круглосуточно. Так, как мне наверх попасть еще? Загадка. А, я как-то через сцену. Что так тут пройти вообще невозможно. Look who's on the dance floor. Я музыку выключил. Что даже не хочу представлять, что они там слушают. Так, один охранник не сказал босс увольнять. Расстрелять. Так, загружается. Я тут потеряюсь. In my day, you did this with a rotary phone and some chutzpah. Now it's graphs, clicks, and metrics, and you'll know you're broke and washed up before anyone's even walked through the door. Thank you, Dada, for taking the joy out of my... Так, что нужно выбирать? Главное, управление ночным клубом, резидент клуба, управление складом, продажа товара, модификации. Что выбирать? Я не помню. Ладно, сейчас пощелкаю все. Да, попробуй. For the warehouse, your techs will push your other businesses to generate goods, and they'll all get stockpiled in here. Your whole criminal empire under рекламировать клуб. The techs do the work, buying, stealing or producing, and all you need to worry about is selling this stuff or floating illegal product. Не очень информативно. Так. Okay, good to see you're doing something to keep this club running. The DJs play, I do my thing, Laszlo does his, I suppose, if that's a thing. And you've got to make sure Omega is the name on everybody's lips. You'll be spraying the word, keeping booze costs down, bringing the right people in, and keeping the wrong people out. And any of these jobs will have a direct effect on how well we're doing, I promise you. А я не знаю это. Вот эту нельзя, да? Да. Спорткары нельзя, только обычно. Там чувак фотографирует, тачку ищет.
Я думал, что... Я думал, что... Этот... Я думал, что водителя надо убивать, чтобы, типа, полиция не гналась за угон. А ты говоришь, что продать нельзя будет? Да-да-да, потому что если ты ее не убьешь, то она просто на тебя кинет, и это... И так это может... Может, это относится к этим? Не-не-не, это... Ко всем. Именно к этому. Он не дает тебе даже заехать к ней. Ага. Как только ты его угоняешь, он напишет, а, типа, там пишется, да, все, я понял теперь. На тех, что нельзя продать, покупайте в онлайн, а если хозяин жив, то в розыске. Все стало на свои места, наконец. Сколько я машин не смог продать, оказывается, из-за этого. Вот эта вот машина, 200 тысяч стоит сейчас, которую я сейчас еду. Ну, да, красивая. Такая торпеда, типа. На этом трамплине не ширялся? С этого ширялся. Я много тут этих трамплинов делал. Это можно сразу на этот, в аэропорт попасть. Трамплины, кстати, дают этот тоже краску, открывается и достижения. Трамплинов очень много, я сильно там не запаривался насчет них. Типа коллекции, да? Так, у тебя есть маркер, куда ехать? А, вон, вижу, ё-моё, это не самолет. Это дирижабль. Да, это очень противная миссия. Так он всегда, она всегда такая или меняется? Нет, или самолет, или дирижабль. Блин. О, базар стоит. Прикольно. Так это его угнать можно? В смысле, кого? Ну, вертолет этот. Да, да. Я так понял, он твой. Типа, чтобы я... Я не помню, нужно ли защищать, но... А, видимо, от игроков. Садиться или лучше не надо? Игроков уж не садись будет. Ко мне, да. Не, я имел в виду, этот вертолет же ж нельзя к себе присвоить. Не, присвоить нельзя. Такое не знаю, чем. Это жаль, но нельзя. А мне дали бесплатный там вертолетик, ну, не военный. Без пушек. Я так понял, самый минус — это скорость, да? Да. А еще инерция и все такое. А, инерция. Рекламные зоны 3 штуки. А еще он это как его. За ним охотиться будут. Кто? Ну, в смысле в игре, если ты с этим игроки? Играешь с другими. Да, да, да. А, ну, у нас не будет. Сейчас посмотрю, как. Просто пролетаешь над зоной и скидываешь или как? Надо остановиться. Вот видишь, я сейчас пролетел. Так какая-то зона маленькая так. А не, хотя не маленькая, нормально. Можно даже не в центре, а с краю, типа. Главное остановиться. Так, начинаю останавливаться. Так, смотрю, что происходит. А ты должен играть музыку какую-то. Я не знаю, что это. Оставайтесь в пределах рекламы. Пока всё. Пассажир играет. Я смотрю, жду, когда. Хорошо, а что тут название клуба не написано? Омега. Какой-то опыт пошел. Интерес. Это надо, чтобы заполнилось. Все, я начинаю уже шарить немножко. Все. Я поворачиваю. Блин. Музыку можно выключать?
она сама выключится. Да, без... да, вообще без разницы. Там потом можно будет менять этих диджеев, но, по-моему, от этого разницы никакой нет. А глобальный чисто... сигнал в ноль стало. Что это значит? Это значит, игроки теперь нас видят. А-а-а. Пускай видят. Мы читеры. Вышли с сессии. Да, я понял, чем эта миссия плоха. Так, подожди, ну он все-таки медленный, а второй на самолете нужен? Так разве на самолете не сложнее? Да. Он же типа быстрый. Ну на самолете. На самолете там не надо останавливаться, там нужно сбрасывать листовки. Здесь мы музыку играем, а там листовки сбросить. Все, понял, тут два разных. Уже включать, и да? Это... Да, да. И там этот. На самолете. Но на самолете мест больше, там, по-моему, 15 мест скинуть. 15? У меня проблем, кстати, не было. Самолет, кстати, тоже не самый быстрый. Кукурузник какой-то. Ну, типа того. Ну, это винтовой, но не кукурузник. И, как сказать, не совсем медленный, но не быстрый. На истребителе тебя догонят. Так, следующее. Ну, это, в принципе, близко было. Точка от предыдущей. Следующее, я так понял, дальше. Хоть бы показывали там, сколько остается. Но времени я смотрю с запасом даже. Прыгал, ну, хорошо, с парашюта, кстати. Да. С высокой вот это. С высотки с парашютом прыгал? А, да, да. Ну это типа must have. С горы там вот надо. Где инопланетяне с высоты. Я на этом, как его. На опрессоре тут на каждой высотке побывал. Тут есть задание, ну, как тайное задание, там нужно будет после того, как управление пройдешь. Тут, в общем, по городу есть глушители. И их рандомно, в общем, можно встретить. Я просто нечаянно, у меня наведение на них сработало, я взорвал их. И со мной связался этот, типа, программист, там, говорит, что его там, типа, ФСБшники, короче, это... Ой, ФСБшники, как они? А, ну да, ФСБ. И кто? Ну, у них там... ФБР, вот. Это, они их, короче, типа... Так, плюс 4000, посмотри. Да, сейчас я тоже дальше. Good work. Так, и все, теперь миссия закончена? Да. 4000 пришло, правильно? Да. Нормально. Надо перевести денежку. Банк. Сколько у меня уже денежек получается? У вас недостаточно денег. Он, наверное, сразу на это скинул. А, на обслуживание. 4000. Так что, выпрыгивать? Я выпрыгнул уже. Да? Так у меня парашюта нет. Он автоматически дается. Да? Выпрыгивать, да. F? Да. Я буду смотреть на тебя. Ну давай. Как включить парашют? Выстрел. Нет, F-ка. Ой, и этот упал. Ну, я на выстрел делался, да? Может, и на выстрел. Так, а где садиться? Чуть не убился. Ну это, я уже пошел. Ты уже все, да? Да, ну, хорошо, я через минут 30 приду. Да, в Discord напишешь. Пока. Окей, да.